Большая Балашиха Лайф. Новости. Сегодня в полдень причиной большой пробки на Савинском шоссе в Железнодорожном стала, на первый взгляд, банальная дорожная ситуация. Водитель затормозил перед пешеходным переходом возле школы, автомобиль занесло, и в результате движение почти на час на этом участке остановилось. Справедливости ради, хочется отметить, что сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения прибыли уже через несколько минут, благоуправление на соседней улице, и дорога в этом месте с утра почищена и посыпана песком. Отсюда вывод: в любом случае соблюдайте скоростной режим с учетом и погоды, и дорожной обстановки, и будьте внимательны. Ни гвоздя, ни жезла, ни наледи с накатом вам искренне желает Владимир Платицын и Виктор Демин. Большая Балашиха Лайф. Большая Балашиха Лайф. Новости.